Всем привет, ребят, с вами снова Хик. А что если мы перевернем GTA на 180 градусов? Нам нужно сделать лишь некоторые действия. Это параметры экрана и сделать ориентацию. Ориентация? Что? Альбомная перевернута. Итак, вы готовы? Я нет, но я чертовски волнуюсь. Что же будет с GTA? Погнали. О, да. Черт. God damn. Мы должны запустить ее. Вот так выглядит теперь мир GTA. И давайте попробуем пройти пару миссий в таком виде. Я не знаю, что будет с игрой. What? Черт. Так. О май. Hello, CJ. Да-да. Найска сцена. Я обожаю эту игру. Чего? Чертовски непривычно. Еще как будто бы текст арабский весь какой-то, я не знаю, что это за язык. Но, а тут нормально, кстати, выглядит все. Как будто так и должно быть. Yeah, crash. Passenger. Йоу. О май. Реально, как будто все... Ну, я перевернул типа на все 180 и... Вот сейчас нормально, когда вид сверху вообще все отлично. Как будто так и должно быть, смотрите, правда. О май. Ну ладно, в принципе, это всего лишь касцена, мне интересен сам геймплей, собственно. И мы начинаем. Воу. GTA, перевернутый вид. Имеет совсем другой. Окей. Допустим, мне просто интересно, вот я вот ввожу мышку вверх, и она вниз. Если я ввожу вниз, она вверх. И, собственно, наверное, надо в настройках сделать инверсию, скорее всего. В настройке мышка хорошо работала. Ну, хотя... А, нет, все нормально, кстати. Погнали. О, боже. О, боже. Вообще, чё, куда ехать? Чё? Куда я еду вообще? Вообще максимально непривычно, потому что кнопки тоже так же спутаны все. Лево это право, право это лево, и... Я куда-то еду. Я правда не знаю, куда я еду. Это hard level, guys. Это вообще непонятно. Не в другую сторону. Чтобы отправиться на Grove Street. Черт. Но если перевернуть экран, то выглядит все достаточно стандартно. Но просто я буду ездить как пьяница. Я... Да, я правильно еду. Теперь нужно нам спуститься по шоссе вниз. Для того, чтобы дойти до маркера. Офигеть, как максимально непривычно. Сами попробуйте так сделать. И игра вообще преобразится. Она станет как будто бы какой-то другой. И чё, куда... Я не в ту сторону повернул. Так. Блин, вообще понять бы, где я. Вот, окей, я только могу по карте как-то более-менее ориентироваться по ходу. И то я, по-моему, не туда поехал. Блин, ну вообще супер. Как играть в игру теперь? О боже. О боже. Я первый раз в такую GTA играю. Я сколько лет вообще играю в GTA? Лет 10-13. И я в первый раз задумался до такой идеи. Типа, что, если мы перевернем мир вообще? Вот Бин, кстати, проезжаю, и отлично. Вот и Grove Street. Неужели я доехал до этой первой миссии? Капец, сколько времени прошло? Минут 5, 10, 15, 20. Hello, CJ. Что? CNNG. Я вот это вижу, CNG. Ладно. Ой, сейчас я... Там try. Так. Вот так, когда сверху камера идет или снизу, то все, в принципе, приемлемо. Смотрите. Реально. Как будто бы так и должно быть. Ну, привет, вся семейка в перевернутом виде. Follow my lead, да? Блин, у меня голова кружится, реально. Я не знаю почему. Я не привык видеть такую картинку, походу. Follow my lead. Черт. Хотя меня и так могут взорвать, убить, я не знаю, что хотите со мной сделать могут. Блинский. Не, я только не в эту тачку, Сиджей. Нет, я к ним наоборот бегу. Так, пожалуйста. О! Это там была тачка. Полицейские? Полицейская тачка была. Окей. Что за. О, байк! Ну мне байк, типа, как бы это, не особо-то и нужен. Я должен отправиться за свитом. Change my hair. Так, не в ту сторону. Блинский, уродский. Отвалить от меня. Не хочу, чтобы меня прокоцали. Да блин, лево, право, лево, право, право, лево. Надо управление полностью менять, тоже зеркальным его как бы делать. Фак!
как бы зеркальным. Окей, сделал, блин, его как бы зеркальным. Нет! What the fuck, зачем? Что ты делаешь, урод? Уроды! Окей. Нет. О, ну, в принципе, неплохо, кстати. Мне кажется, к этому тоже можно привыкнуть. Каким бы ты был... Блин, реально? Keep up, motherfucker. Окей. Райдер в перевернутом виде выглядит намного лучше, чем в обычном. Ну, это так по секрету вам скажу, чтобы... Чтобы вы понимали. Так, отлично, отлично. Я даже не упал в эту дырку. Дорку. God damn it. Райдер! Hello? Я тоже, опять же, хочу, чтобы вы представили, каково это вообще в таком виде пройти игру. Мне кажется, это нереально. Но, возможно, у кого-то появится такая безумная идея пройти эту игру на 180 градусов, так скажем. Реально, вдруг это новый тренд? И все будут сейчас так игры проходить. Но это реально необычно. Это максимально необычно. Любимую игру, в принципе, можно, мне кажется, пройти. Я сейчас даже немножко хотел потолкать трейдера, в итоге ничего не получилось. Балансы повернули, и, в принципе, mission complete. Найс. Неплохой афро, CJ. Обратите внимание вообще на худ, как он выглядит. Слева, снизу. Да еще расположение карты, когда сверху вообще непривычно. Ааа, капец. Hello. Ладно, сейчас еще посмотрю, как выглядят миссии при стрельбе. И да, пацаны, это миссия Just Business. Там, где нужно максимально очень много стрелять. Ну, я так считаю, по крайней мере, в первом городе, это уж точно. Вот, постараемся, вообще посмотрим, как работает стрельба при таком режиме на 180 градусов GTA. Будет ли это удобно? Разумеется, нет. Я забегаю наперед уже, хочу вам признаться в этом, как бы. Вот, но, мне кажется, поможет все-таки вертикальная вот эта вот... Sensivity, как-то хз, что-то как ее назвать. Окей. Так. Ок, все перевернутое. Черт. Так, начинается стрельба. О май гад. О боже, о дерьмо. О боже. Типа... А, боже, как неудобно. Я кого-то убил. Что? У меня хп-то хватит, нет? Блинский, вообще неудобно. Чего? Чего, какие-то хедшоты еще отвешиваю? What the fuck? О боже. Вы просто не представляете, насколько это неудобно. Или представляете? Я хедшоты хочу поставить. Окей. Чё? Он перекаты еще делает? Что за хрень? О боже. О боже мой. Это мучение, это просто сущий ад. Так, окей. Боже. Боже мой. Боже, как стрелять, я чувствую себя каким-то инвалидом, я не знаю. О боже. Отлично. Так. Нет. Найс. О, вниз. Вниз, это низ, окей. Или я к инверсии не могу... А, он всех убил. Найс, смоук. Ха. ХП нет. О, ну все, я приплыл, пацаны. Окей. Марафака. Типа я реально стараюсь. Окей. Поставьте за мои старания лайк. Буду благодарен. Ну, если гипермедленно, как будто бы, знаете, по этим прям, по пикселям. Ноуп. Чёрт, а как? О, меня сейчас убьют. Но! Это невозможно, черт возьми. Это невозможно, это сложно, это невозможно. Ой, я ненавижу эту игру, я просто ее ненавижу. Ладно. Все, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам был интересен данный опыт. Было интересно посмотреть на мои мучения. Всем буду благодарен за лайк, за подписку на канал. И ждите следующих роликов. С вами был Хик. Это было интересно. Ориентация? Что?